Всем салям, хисямсис. Меня зовут Ханов Марсель. Представляю Республику Башкортостан, город Уфа. Ожидается претендентский бой. На этом все. Всем привет. С вами Макс ВДВ. И мне предстоит бой с Марселем Хановым. Хороший боксер. Но мы посмотрим в этом бою, кто лучше. Я поднялся в весовую, чтобы добрать здесь перстень, потому что мне одного мало. Как и говорил я на конференции до этого, мне нужно два перстня. Поехали. Завершивший все три своих победных боя досрочно. Обладатель перстня за лучший нокаут 21 года. И уже претендент на такой же перстень в этом году. Марсель Ханов! Представляющий город Уфа, трехкратный чемпион Республики Башкортостан, победитель всероссийских и международных турниров, привык черпать силы из негативной мотивации, когда публика не верит в него. И сегодня он впервые выходит на бой фаворитом! Как повлияет на него этот статус, мы еще не знаем, но знаем лишь одно. Когда этот спокойный в жизни парень оказывается в ринге, а тем более пропускает удар, в нем просыпается бешеная ярость. Градоначальник древнего Доробца! Макс ВДВ Федоров! Первый чемпион весовой категории до 85 килограмм, идущий к заветной цели, но в новой весовой категории. Боец по рождению и призванию, а не по титулам и званиям, которым является лучшим олицетворением поговорки, что сильному тренировка не нужна, а слабому не поможет. Макс ВДВ! Одаренный природой, пластикой, таймингом и обостренным чувством самосохранения, Макс уходит от множества ударов, поставленных разными школами единоборств. А сам же разит по невиданным траекториям из совершенно невероятных позиций. Аплодисменты заглавному событию! Спортсмены Сергеевна. Добро пожаловать в топ-блок, пожали руки. Внимательно слушайте мои команды. После команды стоп не работаем, парни. Покажите красивый поединок. Удачи. Разошлись. Судья готов. Судья готов. Судья готов. Судья готов. Первый раунд. Тайм. Файт! Не лети, 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 не
Корпус, ручки выше, не лети. Спокойно, красавчик. Спокойно. Стоп, снизу. Стоп, на середину. Работай, работай. Не лети, спокойно. Второй раунд. Левый, Макс. Второй раунд. Стоп. Второй раунд. Тайм. Файт. Моя игра. Красиво. Двигайся. Нормально, нормально, нормально. Ничего страшного. Не хуже получилось. Вот есть. Давай, давай. Руки выше! Не заставимся! Двигайся! Ножки! Он сейчас восстановится! Топ! Разошлись! Зачем даешь восстановиться ему? Пойдем. Ручки выше! Ручки! Давай! Еще один! Руки выше! Он обертон будет бить! 10 секунд! Заканчивай! На середину! Стоп! По углам! Все нормально, все хорошо.
Все когда, хорошо. Когда стоишь, не жди его, братан, не жди. Все хорошо. Стой, Макс, надо забирать. Надо забирать. Надо забирать третий по-любому. Левый, левый, правый, прямой, прям все, прямые, парень. Блядь, дай ему. Дай капу, прямые, ну. Капу одеваем. Машет руками, дай. Третий прямые. Раунд. Капу. Тебя? Третий раунд. Третий раунд. Давай, Макс. Тайм. Файт. Не останемся, брат. Чарки. Красиво. Красиво, давай. Как палабу, как было, палабу? Нормально, нормально. Больше бей. Палабу, как было? Давай! Топ! Топ! Спасибо. Нормально, нормально, нормально. Застаивайся, брат. Старайся уходить от этого удара. Старайся. Джек, 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 Джек. Топ! Разошлись. Нормально, нормально. Выше голову, Марсель, выше голову. Стой! Чуть выше! Прямой, прямой, Джек, сейчас. Давай этажами попробуй. Давай еще! Еще! Готов! Он сейчас справа! Не давай! 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 Не умер! Все! Бойцы на середину. Да, я попробую. В этом нервном поединке есть победитель единогласным решением судей. Им стал Марсель Ханов! Спасибо, спасибо, спасибо.
Нормально, молодец. Марсель, ну не будем затягивать. Дадим тебе пару слов. Всех приветствую, спасибо, что пришли. Хотел сказать спасибо магазину «Подкрадули». Делают хорошую обувь, залетайте, покупайте. Спасибо им, что поддерживают спортсменов. Так, и хотелось бы сказать моим понятное дело, моим братьям-секундантам огромное спасибо. И, конечно же, очень сильно мы вас ждем, Давид, Глеб, Ильнур. Братья, мы вас ждем, и мы вас не забыли. Помните об этом, возвращайтесь скорее. Хочу позвать, пока даю слово Максу ВДВ, Макарова Сергея. Макс, ты вернулся в свою родную весовую категорию. Мне кажется, ты себя здесь чувствуешь гораздо лучше. И нужно дать тебе время, и ты вернешься еще сильнее. В целом, расскажи нам, как тебе вернуться на голые кулаки? Даже не знаю, что сказать. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Хочу сказать, надо тренироваться больше, на самом деле. Вот. А так все хорошо. Также забыл, спасибо моему оппоненту Максу ДВ. Реально, реальный уличный боец, красавчик. Спасибо. Хочу поблагодарить охранную организацию «Северянин». И передать всем привет. Торопец и все остальные города, кто за меня болеет. И здесь всем спасибо большое, кто пришел. Спасибо тебе, Макс. В ринге Сергей Макаров, который долго ждал достойного претендента, чтобы подраться с ним вместе за первый чемпионский перстень весовой 94 килограмма. И так получилось, что им стал Марсель, с которым они однажды уже делили вместе ринг. Давайте проведем стердаун вашего чемпионского боя. Серега, наблюдал ли ты сейчас бой? Скажи, поменялось ли что-то в работе Марселя, что может удивить тебя в будущем? Да он постоянно удивляет Марселя, если честно. Что с Изом, что сейчас неплохо поработал, уронил два раза, так, ну, мощного бойца. Поменялось, конечно, будет готовиться, я готов. Так что погнали. Все, Сергей Макаров и Марсель Ханов, чемпионский бой 94 килограммов. Всем привет, я Шалес Павел, родом из Беларуси. Являюсь международником по кикбоксингу. В 2020 году дебютировал по профессиональному боксу. Очень рад, что выпала возможность выступить на кулачных рядах такой крутой организации, как «Топ-Дог», и с таким крутым бойцом, как «Лайт Фейнур». Надеюсь показать очень зрелищный и красивый бой. Ну что, друзья, уже совсем скоро вы сможете увидеть меня в кольце Эссена на 15-м турнире «Топ-Дог». Мои кулаки заряжены. Одна ручка для того, чтобы рассекать, вторая, чтобы делать нокауты. Обещаю для вас показать красивый зрелищный поединок. Ну и, наверное, право. Паша будет непросто, поэтому покажем красивый бой. Время пришло! Российская школа кикбоксинга против белорусской в лицах достойнейших ее представителей. Чемпион мира против чемпиона мира. Гость, бросивший вызов сильнейшему, Павел Шер!
Показывает зрелищные поединки и в своей заявке участника на топ-дог сразу указал, что хочет драться именно с Туйновым, чтобы доказать, что он жестче и сильнее нашей главной звезды. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу, чемпион мира среди профессионалов, двукратный обладатель Кубка мира, трехкратный чемпион Беларуси, профессиональный боксер и боец К1 Павел Шелест! А теперь, дождавшийся достойного оппонента, орловский владыка Владислав Туйнов! Международного класса по кикбоксингу, двукратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, интерконтинентальный чемпион, чемпион мира, обладатель премий «Бой года», «Боец года», подлинный бриллиант российского кикбоксинга, которого знают все поклонники этого вида спорта. Стоило ему прийти в топ-дог, как он буквально за два боя заслужил. Посмотрите на него, он уже в нашем ринге! Стоило ему прийти в топ-дог, как он буквально за два боя заслужил звание дебютанта года, оформил два зрелищных нокаута и стал чемпионом и сильнейшим кулачным бойцом в глазах огромной аудитории. Молодого, но берущего свои истоки в далеком прошлом виде спорта. Аплодисменты главному бою! Бойцы на середину. Добро пожаловать в топ-дог. Покажите красивый поединок. После команды стоп не работайте. Удачи, мужчины. Разошлись. Судья готов? Судья готов? Судья готов? Судья готов. Первый раунд. Тайм. Файт. Голову ниже. Хорошо. Внимательно за правую. Под левую руку. Под левую. Хорошо. Не влетай, хорошо! Давай, Пашка, пошел! Паша, Паша, голову ниже, ручки повыше! Левой ручкой встречай! Давай! Снизу! Хорошо! Крич, крич, не забывай! Не забывай крич, голову ниже! Молодец! Пап! Разошлись! Молодчик, молодчик! Но не влетай, не влетай, осторожнее! Внимательно, передней ручкой нащупываешь, передней. Ножки, ножки, хорошо. Внимательно смотри за правой. На середину, на середину. Хорошо. Но не влетай, не влетай, держи его вперед. Не смотри внимательно, под левую. Головой опасно. Стоп! Разошлись. Головой внимательно. Клинчи, не стесняйся. Спокойно, Паш,
больше не влетай, он придет, внимательно смотри, за правой ручкой. Давай, Влад, приди к нему. Уже держишь, вот. Хорошо. Дай левую голову. Сам не иди, он придет. 10 секунд. Готовит, готовит левую тренировку. Хорошо. Стоп. Разошлись. Он тогда левый кидает, видишь, он не идет на тебя. Он левый кидает, левый с уклоном. И потом смотри. Левый прямой, правый длинный полубоковой. Прям вот он в руку держит, но вот сюда она зайдет. Капа, капа, есть? Капа. Второй раунд, второй раунд, второй раунд! Второй раунд! Ножки, 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 пацаны! Под левую заработки! Под левую? Хорошо! Право через руку зайдет! Хорошо! Он придет, пацаны! Жди, жди, право через руку! Точку подходи к нему! И потом взрыв! Отойди с угла! Да, 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 да! Хорошо! Молодец, не вали, не вали. Молодец, опять ножки, ножки, ножки. Не давай, не давай его подержать. Молодец. Передняя, передняя. Хорошо. Передняя ручка, хорошо. Вот так. Вот так. Вот так. Не вали, Паша, не вали. Ножки, ножки. Ножки, ножки, ножки. Молодец. Еще, еще передняя. Паша, правая! Хорошо! Хорошо! Правая, дай, правая! Не вали, Соль! Не вали! Молодец! Нет, 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 по животу не надо! По животу тянешься! Смотри, правую готовь! Внимательно! Левый, левый уже остановил! Снизу! Снизу вверх! Снизу не забывай! Правая, левый, правая. Левый, 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 потом он придет! Смотри направо, да. Левый, 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 ничего, вытягиваешь его, вытягиваешь его и сразу контратакуешь. Не надо этот характер сейчас. Не надо хладнокровно, не бросайся на него, понял меня? Передняя рука и ушел, он придет, он тебя выцеливает. Он тебя выцеливает, низко очень заходит и бьет. Кидай, взрывайся. Чаще левый и жди, когда он тебе ответит так же левый, и сразу накрывай его. Он, видишь, уходит вниз, значит, накрывай его пониже. И еще, левый-левый кидаешь в него, он начинает уходить, что ты прям вниз туда и бей, куда он уходит. I'm gonna make you mine.
нас остался последний раунд в этом бою. И последний раунд за сегодня. Так давайте же будем кричать эти две минуты. Третий раунд. Так. Через переднюю руку. Смотри за правой, внимательно. Разошлись. Минута! Разошлись. Локтями аккуратно. Стоп! Выше голову, Паша, выше голову. 10 секунд! Trash up or get rolled. Середине. А это значит, что мы можем объявить победителя. Сегодня особенный вечер. Наверное, поэтому это уже третья ничья за сегодня. Павел, Влад, ты находишься дома, в отличие от нашего гостя. Дадим тебе слово. Я не знаю, я сейчас хотел бы услышать от каждого из вас. Давайте сейчас перестанем галдеть и послушаем спортсменов. Это главный бой вечера, они дрались для вас.
Мне интересно услышать мнение каждого из вас о результате. И в любом случае, мне кажется, это хорошее подспорье для пятираундового реванша. Ну что, Вегас, привет. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня яро поддерживали 15-й турнир. Спасибо, что много внимания было к моему поединку с Пашей. Огромное спасибо Паше за то, что он пришел к нам в организацию и дал настоящий крутой поединок. Как вы видите, профессиональный кикбоксинг рулит. И это очень крутая база для того, чтобы быть сильным в кулачке. Вы видите, какой мы поединок для вас закатили, и мне было непросто. Хоть это и не самый лучший поединок для меня, и очень непростой, я обещаю, что я буду сильнее и еще порадую вас красивыми и зрелищными поединками. На самом деле, я сегодня пришел с небольшим подарком для вас. Небольшой маленький презент от моих друзей и людей, которые меня поддерживают уже очень давно, это мечты. Я тоже нахожусь в этой тусовке и в этой банде. Пацаны, вы сейчас смотрите на меня в Орле, переживаете, болеете. Этот подарок от вас сегодня для вас, ловите. Спасибо огромное, что вы поддерживали меня и со мной. Спасибо моему углу, моей команде, Joyk Team, Андрею Владимировичу Чадину за то, что он сегодня в моем углу поддерживал и переживал за меня. Я, к сожалению, не смог сегодня подарить победу своей команде, но буду становиться лучше и сильнее. Спасибо, Дань, тебе огромное за такого непростого и крутого соперника. Паш, спасибо. Спасибо. Спасибо тебе за эти слова. Ну, давай послушаем нашего гостя, который прибыл к нам издалека и стал первым оказавшим достойнейшее сопротивление Владиславу Туйнову. Павлу Шелесту. Всем привет. Всем привет. Ну, я, честно говоря, первый раз пират в жизни после боя. На один глаз ничего не вижу. Вот. Спасибо, Владислав. Ночью не избожусь. Вот. Хотелось бы поблагодарить свою команду простых ребят, которые, с помощью которых мы договорились. Организацию Топ-Дог. Спасибо организации Топ-Дог за то, что предоставили такую возможность поучаствовать в этом турнире. Вот, сделали работу над ошибками. Будем дальше тренироваться. Виктор Викторович, я надеюсь, вас чем-то впечатлил. Вот, дальше больше. В принципе, и все. Паша, ты серьезный человек, серьезный оппонент. Я не услышал ни от кого из вас мнения о судейском решении. И это правильно, так как вы спортсмены, которые решение не оспаривают и не обсуждают. Но мне интересно, хотели бы вы провести реванш? В данный момент меня интересует чек. Хорошо, обсудим это после. По поводу моего мнения. Давай, наверное, я не буду спешить со словами. У меня есть менеджер и мой тренер Андрей Владимирович. С ним свяжитесь, все обсудите. Сейчас мне нужно посмотреть этот бой. Да я думаю, в принципе, на самом деле, всегда готов боксировать и работать. Один момент. Вот этот молот. Дайте мне его, пожалуйста. Ребят, кто сейчас в зале? Не переживайте, я кидать не буду. Ребят, после этого боя, может, через пару деньков, как я доберусь до своего родного дома, мы выложим пост с аукционом вот этого вот презента. Ребят, вы можете его выкупить. Так что следите. Спасибо. Я вас услышал. Обсудим все после. Павел Шелест! И Владислав Туйнов возглавили для вас этот турнир сегодня.
Спасибо вам, что пришли. Еще увидимся. Это был Топ Дог 15.